и воронье гоняет детвора. Смотри, зените белый солнце диск, и вдруг в палатке кто-то, захлебнувшись в писке, сказал за каждым пекло обалдеть, но не по-русски продолжил петь. Сегодня колоратурная сопрано так возбуждала, видимо, барана, что тут же появился бедуин, неся в руки столетний карабин. С угрюмым видом, с угрюмым взглядом, видом носорога, пальнув из карабина у порога, сказал второй жене, насупясь он: «Аллах Акбар, убавь свой микрофон, а? Ты что, не видишь, как верблюду плохо? Скотину пожалей, орешь, дуреха! Ведь тут пустыня, не концертный зал. Чтоб тихо было, понял, я все сказал». Смутившись, милая, но все ж вторая, шепнула мужу: «Все, уже не моя». И убежала к детям, взяв кирпич, с воронами гармонии достичь. Люблю, пыхтел, люблю, страдал, но кака. Я в колючка бывшая не шла, однако. Застряла в лабиринтах ЖКТ. Ну, то есть где-то в жопе в животе. И лишь к утру потявканье шакала, все муки увенчались кучей кала. И вдруг повеселевший дронедар. Что-то там, в общем, крякнул там, или крикнул, за кар. Начался погонять ворон немножко, ведь он мог быть на месте сдохшей кошки. Такая перспектива не хава. Как что-то там говорит, что-то бедуинская молва. Так, не надо, я сбиваюсь. Вы хорошо получилось. Учит нас суровые законы, пустыни, верблюды и вороны, и бедуины, и вторые жены, и чей-то пухом силы пораженный. Это твое? Да, в общем.